Небольшая инструкция, как искать грузди. It's short instruction how to search such mushrooms like this. I don't know how it's in English. See, they're really great for salt, to be salted. In Russian we call them грузди. I found one here, one here. Нашел здесь вот два. Ну и здесь мы видим, что вот еще один такой вот грусть. Настоящий. There we can see there under like small hill. There are this mushroom. So cut it. It must be not so bad, but yes, it's not bad. We take it. It's great. Great one. Then we check again. Something like this. This is no. I saw somewhere there was other. Еще один был грусть, да? Another mushroom. This is a big one. It's old and bad. Very small. Здесь мы возьмем этот маленький. Они обычно кучкой растут. Еще один классный грусть. А вон там, кстати, еще один. Причем здесь какое-то место такое для груздей. Вот он еще. Но это какой-то плохой немножко. Он немножко чревоватый, но большая дырка, поэтому возьмем. И вот еще один. Немножко похоже на те видео вирусные, когда рыбу из-под земли доставали. Я не знаю, как там все это делали, а здесь вот все это реально. Скажем так. Вот прямо сейчас это все я нахожу. И на самом деле, я думаю, здесь их может быть намного больше. Например, вот, again, you see? This грузди везде, a lot of грузди. They are everywhere. These mushrooms. Look at them. Yes, it's also a big hole. It must be a big worm. But I take it because it's like young and not so bad. Not so much, not so many. Not so many worms. You see? This is the best mushrooms like that. They're like young. Young enough. Check all the hills like that. Yes, yes, yes. Something like that. Oosh. They look everywhere, you see? They look like everywhere. And here we are. See? It's a lot of X3 in one. Wow. This is crazy. Finally. Cut it carefully because this thing is also eatable. The more you use it, then more have more of mushroom. Короче, как можно ниже надо срезать, потому что все эти. Да, я здесь нашел семейку. Вон там, вон здесь. Их может быть еще здесь много, в самом-то деле. Ищешь, а они не кончаются. Вот, кстати, смотрите, еще. Прям еще два. О, отличные груздики. Вообще отличные прям. Влажные. Это, кстати, сухие грузди. Они мокрые, они с бахромой, с такой.
сразу даже не отрезался. Ну, смотрите, сколько уже нарубился одного места. Возможно, еще найду. Здесь нет. В общем, вот так они растут. So this is a special type of mushrooms. They grow like that. Здесь нету, да? Нету. Ладно, что, наверное, я еще поищу, просто уже остановлю. Возможно, еще что-нибудь найду. Так что вот так. Здесь, друзья. Вот нашел. Вот. И вот. Может быть, сейчас еще найду. Просто побежал побегать.